здравствуйте, областная организация партии «Слуга народа», начиная межбрифинг, посвященный выборам органам местного самоуправления. Утро у нас началось с того, что мы получили о том, что открыто 100% избирательных участков, и с самого старта уже были зафиксированы некоторые нарушения. В одной из больниц хотели закрыть участок 870, объясняя это тем, что в больнице нельзя проводить выборы. На участке 768 был утерян заполненный в кабинке бюллетень. На участке номер 847 у наших наблюдателей требовали 20 гривен за печать протокола. Но ситуация под контролем. Добрый день. С нами к нам присоединился народный депутат Александр Пасечный. Он тоже проголосовал. Сейчас расскажет, как это происходило. Да, добрый день. Спокойно, совершенно я голосовал в ДК строителей за Луцком районе, вместо Круписки. В принципе, очереди особо не было, обстановка спокойная. Хотя, говорят, с утра была очередь, был наплыв людей. В принципе, карантинные меры все соблюдаются, люди доброзычные, вот, с хорошим настроением, проходит голосование. Достаточно много протоколов, я думаю, что такое большое голосование. Но, тем не менее, думаю, что можно разобраться. Ответил на 5 вопросов президента, показал пример. И призываю всех прийти отдать свой голос, потому что местные выборы тоже важны. Потому что нам пить руки в житы с новой владой. Я хочу, чтобы наши выборцы и наши громадяне, Миколаївщини, прийшли на дільниці, тому що це дуже важливо нам жити на місцевому самоврядуванні. В зв'язку з централізацією це ще надважливо, тому що все більше повноважень місцевих рад, місцевих рад. Тому всіх закликаю прийти на дільниці і дати свій голос. І бажаю гарного настрою, святкового. Дякую. Смотрите, у нас есть основная таблица, которая в онлайн-режиме заполняется касаемо явки избирателей. Это не окончательная цифра, она постоянно меняется. Но то, что сейчас заполнено, порядка 13% явки. Хотелось бы, конечно, чтобы люди приходили, явка была выше. Я скажу сейчас несколько слов о нарушениях, которые происходили, мы фиксировали. Вы на участке 769, который выше профучилище 21-м, испорчено 15 бюллетеней. Есть у нас там непроверенная информация о подвозе каких-то суммах. Мы сейчас с правоохранителями разбираемся на этот счет. Также хочу сообщить, что кандидат в мэра партии «Слуга народа» Татьяна Добровская проголосовала на 765-м участке. Нарушений там не было выявлено. У нас идет постоянное обновление всех нарушений, которых мы сразу сообщаем в полицию. Мы не позволим остаться, чтобы какие-то нарушения или нарушения закона остались безнаказанными. Очень много людей работает и занимается тем, что контролирует ситуацию именно на дельнице. По состоянию на области сейчас вам расскажет Анна Завадеева. Спасибо. Мы, видимо, данные все время обновляются, поэтому дополню только оперативными данными по некоторым районам. По состоянию на 12.00 Первомайск 10% явка Очаков, 10% Баштанская территориальная громада, более 13%, Новая Одесса 15% и Березанка 13%. Ждем, конечно же, что как можно больше жителей проголосуют и сделают свой выбор. Спасибо. Буквально сейчас вот поступает информация о том, что фиксируют машины, как грузовые, так как микроавтобусы, так и легковые, из которых выходят постоянно люди, идут на участки, вот конкретно 801 участок. И из одной и той же машины с какой-то периодичностью выходят разные люди, идут голосовать. Сейчас вот будем как раз этим заниматься. Спасибо большое, ждите, это буквально через, я думаю, минут 40, когда заполнят таблицу, мы скажем точную явку по области и по городу, которая будет зафиксирована на 13.00.